Здравствуйте, с вами снова Татьяна Бийко. И сегодня у нас будет легкий зимний-весенний пейзаж. Оттепель. Палитра будет следующая. Также буду использовать такие кисти. Да Винчи. Очень мне нравится кисть. Плоская, сантиметр. Это, скорее всего, колонок английского производства. И лайнер. Что важно в акварели? Вот без чего вообще невозможно написать красивую картину. Это знание консистенции. Даже не цвет, ничего. Вот именно какая консистенция. Допустим, для первого слоя у вас должна быть от водянистой до молочной консистенция. Затем, если мы уже по мокрому добавляем какие-то там элементы, здесь уже будет консистенция сливок. Значит, гуще. И уже самое темное, а это вообще всегда, это уже у нас масло. Что у нас здесь будет первое? Я принесу. Здесь будет оранжевое. Так, водички побольше. И сиену. Можно охру. Вот так вот. И здесь я сейчас буду писать по-сухому. И сейчас кобальт. Кстати, все это можно подготовить заранее. Кобальт тоже. Еще важно знать. Такие цвета, как голубой, и мы смешиваем с оранжевым, он даст нам такой серый. Смотрите, видите? И, конечно, еще и в зависимости от того, чего больше вы добавляете. Так, могу немного ультрамарина принести. Пока мокрое здесь, добавлю ультрамарин и сиена. Натуральная. Вот сейчас, допустим, пойду с этим пока. Как бы светлый у нас. Сиена жженая. Вот сюда хочется. То есть это у нас уже деревья на дальнем плане. Все это мокрое. И, естественно, высохнет. Она будет намного светлее. Поэтому мы из-за этого не переживаем. Я хочу убрать немножко, сгладить. Где-то, может быть, все-таки снег подразумевает такую пушистость. И заодно вот так вот пройдусь, еще салфеточкой подберу. Неровности, кочки какие-то создать сразу. Давайте сразу принесем оранжевый. Допустим, она куда-то туда уходит. Совсем такой светлый, уходит почти на нет. Так, ну что, принесем сразу какие-то там тени. Это у нас будет кобальт и немножко красненького. Можно кадмин красный использовать. Свет, допустим, будет отсюда падать, да? И у нас вот то, что вот к реке будет уходить. Очень-очень жидкий замес. Это практически вода.
Здесь уже намного гуще. Вот смотрите, если я буду здесь проходиться, вот. Сейчас здесь можно даже потемнее. Так, это ультрамарин и красненько можно добавить. Тот же самый. Переносим сюда просто какой-то интерес. Так как здесь ярче, мы просто приносим кобальт. Просто разбить что-то, пока есть возможность. Вот так вот. Сейчас сюда можно принести деревья. Ой, ну не сюда, конечно. Тем, может быть, туда надо было. Ну ладно. Смотрите. У нас уже густой идет замес. И вот такие они тоненькие. Вот очень хорошо попрактиковаться. Ну, вот там, где давайте уже теневая. Сразу, естественно, где деревья, там травка выбивается. И мы тоже это обозначим. Ультрамарин и умбра. Получить, смотрите, абсолютно... черную. Либо можно использовать сажу газовую. Здесь можно потренироваться именно с написанием таких тоненьких-тоненьких веточек. Здесь может быть какая-то тень, мы не знаем, что оттуда. Туда может быть какой-то маленький, там пускай будет на дальнем плане кустик, так, чтобы закрыть эту речку, что-то. Так, ну здесь все сухо. Мы сначала принесем сюда. И вот сейчас, видите, уже густо. Это практически масло. Кадмин желтенький. Вот так вот. Все вместе это смешаем. И получится такой темный. Так. Что сюда больше подойдет еще сиена жженая. И тоже здесь уже густые. Так как здесь мокрое. И нам не надо, чтобы это все смешивалось. Значит, надо, чтобы отдельные были тона, полутона и отдельные цвета, то, значит, надо следить за консистенцией. Вот это важно. С этой стороны не так важно. Вот здесь вот не хотелось, чтобы смешалось. Так. Сразу собираю это пока. Так, сюда хочу принести... водичку. Это у нас будет лессировка, опять-таки, и кобальт. То, что было на небе. Ослабевает. Идет уже градуированное. Так. Про градацию вы не забывайте. Это очень важно тоже в воде. Так, ну, допустим, какой-нибудь там маленький кустик. Может быть, даже с красненькими тоже ягодками.
Так, может быть, несколько маленьких. Совсем-совсем чуть-чуть. Те, которые еще сохранились каким-то чудом. Здесь у нас, конечно же, вот еще слишком мокро-мокро. Поэтому сейчас... Смотрю здесь, как бы, да, и повторяю, чтобы у меня внизу. И правило тоже для отражений. Замес должен быть очень густой. Иду с этим сначала, потом сразу набираю палитры. Темнее. Значит, в отражении тоже всегда хорошо, чтобы, во-первых, вертикальный, да, потом, чтобы были светлые, где-то там темненькие проглядывали. Видите, мокрый еще совсем. С этой стороны уже у нас пойдет просто потемнее. Лучше использовать либо умбру, но пока так. Потом посмотрим. Пока мокро. Сейчас приношу сюда темный. Но стараемся сразу какой-нибудь интересный сделать шейп. Ну, так вот, просто повторение, да, какие-то элементы приносим. Так, надо, чтобы это сейчас все высохло. Водичка, как всегда, капнулась. Какие-то маленькие такие, опять-таки, элементы. Вот. Ну, немного. Если слишком много принесли, то убираем. Сейчас надо дать обязательно высохнуть. Так, ну, в принципе, здесь уже и все. Здесь можно, конечно, дорабатывать, какие-то детали еще прописывать, да? Либо пройтись там, где вот действительно хочется добавить четкости немножко. Ripples, конечно. Ну, для этого должна быть хорошая кисть. Вот так вот. Не до белого мы это все снимаем, но... Такие несколько небольших. Сразу она как-то оживилась. Ну что, сюда, допустим, можно принести какой-то интерес, да? Побрызгать. А также гуашь. Так, что можно сделать с гуашью? Немножечко добавить, как пенки, да, интерес. Может быть, на стволе где-то. Как снежок. Или, может быть, сюда немножечко, если... Я бы здесь хотела немного утемнить. То есть это опять идет лессировка. И опять же она должна быть градуированная. Вот. Вот такие ripples, допустим, здесь небольшие. Так, создаю. Вот так вот.
А также хочу обратить ваше внимание вот на что. Вот эта вот часть левая, вот этот мысок, да, он как будто бы парит в небе. А у нас нет отражения. Давайте исправлять эту ошибку. Голубой и немножечко красненького, такой фиолетовый. И вертикальные мазки. И самое главное, как бы повторить форму. Должна быть чистая кисть, мягкая. И вот так вот. Ее сполоснули. Вот так вот. Немножко здесь вот так вот подобрали. Здесь смягчили чуть-чуть. Нужно сюда немножечко принести такого же темненького. Всегда можно повторить на суше, на поверхности все то, что мы приносим в воду. Тени сначала. Так вот. Так, пускай это высохнет, что там это все-таки дальний план. Вот этот вот мысочек сейчас мы его приземлили. Правда же? Ну и совсем по-другому, конечно, смотрится. Там, допустим, где вот нет отражения, вот как вот здесь, да? Это вот смотрится больше как пологая такая часть вот этого берега. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, что вам понравилось. И будете использовать вот эту основную технику три консистенции. Это как правило у вас должно быть, да? И тогда акварель у вас будет легкая и нежная. И в то же время будет яркая и насыщенная. И до скорого. Пока-пока.